34 конкурсанта распределены по возрастным категориям, а также отдельно были представлены дуэты, трио и вокальные ансамбли. Все исполняли по одной композиции продолжительностью не более 4 минут. В сопровождении фонограммы минус один. Семилетняя Полина занимается вокальной студией «Звездный дождь». На конкурсе выступила с песней «Девочка-пират». Потому что она веселая. Когда я пошла на вокал, мне предлагали любые песни. Первую предложили эту, и я вот эту выбрала. Выступления вокалистов с каждым годом становятся все более яркими по манере исполнения, подбору костюмов, хореографии и поведению на сцене. Появляется много настоящих художественных номеров, достойных внимания широкой зрительской аудитории. Я в таком красивом костюме, потому что эта песня веселая, и герой этой песни – это знаменитый Циркарелли, который акробат, эквилибрист, шпагоглотатель, факир. В финале конкурсанты боролись за первое, второе и третье места в каждой категории. Выступление участников оценивало профессиональное жюри, во главе которого Семен Лиманов, заведующий отделом эстрадное пение Губернского колледжа искусств. Задача такого конкурса – выявление и поддержка одаренных детей и талантливых исполнителей. Любое искусство – это искусство, и оно имеет свои какие-то тонкости, особенности, правила. Чуть серьезный, на мой взгляд, подбор, так сказать, исполнителей. А главное, мы видим другое. Активность в районе жителей возросла настолько, что и петь, и плясать, заниматься творчеством желают многие. Призеры конкурса получили дипломы первой, второй и третьей степеней. Но главное ведь не победа, а участие. И может, для кого-то Эдельвейс станет первой ступенькой в карьере знаменитого артиста. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».